первый выпуск, а второй, мы хотели рассчитывать на то, чтобы такие события у нас проходили на постоянной основе. И я бы хотел, чтобы вместе с такими выставками каждый раз увеличивалось количество участников на этих выставках и с точки зрения фирм здесь представленных, и с точки зрения гостей. Ну и как результат, мне кажется, это было бы очень важно, если бы росли продажи, если бы на наших улицах появлялись новые автомобили, если бы уровень нашего автосервиса все время повышался. И я считаю, это